Всех витаю. Сегодня 4 мая, пятница. На улице лето и красота. Посмотрите, в Киеве у нас. Вот непонятно, что происходит, потому что уже несколько дней у нас в Киеве стоит жара, просто жара. От 28 до 30 почти градусов. Пекло. И растения бедные не поймут, то ли им цвести, то ли им уже отцветать. Каштаны обычно очень долго у нас уже стоят, почти до середины мая, а сейчас уже они почти все раскрылись и отцветают. Сирень, когда мы были в ботаническом саду, сирень почти вся была закрытая, в бутончиках была. А сейчас уже отцветают, поэтому не поймет природа, что делать. Деревья, природа-то поймет, а деревья не понимают. То ли им отцветать, то ли им зацветать, то ли им вообще уже плоды пускать в такую жару. Красота, солнышко! Не видно, наверное, в фотоаппарате. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно со мною мчалось, дарило свет. Лето, ах, лето, красота, просто вот буйство зелени. Киев красив, как никогда. Май – это мой самый любимый месяц в городе Киеве. Ну и вообще, наверное, везде. Но в городе Киеве – это красота. Вот вчера ходила гулять, вечером сирени цветут, аромат стоит сирени. И вот, каштан, все цветет, все пахнет. Боже мой, какая красота в Киеве сейчас. Боже мой, зелень. Ой, желаю вам хорошего настроения на целый день летнего. Выходим гулять. И если кто-то не хочет выходить на работу, то думать, что скоро отпуск. И вечером выйду погуляю. Такую красоту. Сегодня у меня очень интересная встреча. Интересная с интересным человеком. Тавтология получилась. И сниму видео, покажу вам этого интересного человека. Я надеюсь, что получится это видео. И еду в село к Тане. Кто хотел поехать к Тане, собирайтесь. Едем к Тане вместе со мной. Так что сегодня хороший день. Интересные встречи предстоят. Хорошего дня, хорошего настроения всем. Пока-пока!